И к другим темам. Условный срок за подлог. Участкового из Бурятии осудили за превышение полномочий. Полицейский угрожал двум мужчинам привлечением к уголовной ответственности и подделывал документы. На этом основании дознаватель полиции возбудил 3 уголовных дела за угрозу убийством и причинение тяжкого вреда здоровью. Суд признал участкового виновным и приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно.